Привет всем выпускникам. Я Лыков Антон, студент первого курса факультета экономики в Нижнем Новгороде и уверен в том, что вы приложили максимум усилий для достижения наилучшего результата. Что вы готовы к этому судьбоносному шагу. И я сейчас не о сдаче ЕГЭ, я о выборе вуза. Вуза, в котором бы вам хотелось учиться. Вуза, который близок вам по духу. Не останавливайтесь перед сложностями. Дерзайте. Привет, меня зовут Васютина Зоя. Я из Нижнего Новгорода. Я заканчивала лицей номер 87, а сейчас я уже заканчиваю первый курс факультета права. Не бойтесь ЕГЭ. Перед каждым экзаменом вам будут говорить, что это только один из этапов на вашем жизненном пути. И это правда так. После ЕГЭ есть жизнь. Она очень классная, и она ждет вас. Вы очень много готовились, я уверена. Поэтому сейчас нужно просто собраться и выложиться на все 100%. Обязательно напишите все, что вы знаете, все, что вы думаете. И мы ждем вас в рядах студентов Высшей школы экономики в следующем учебном году. Удачи, у вас все получится. Привет, друзья. Я Троицкий Никита, студент первого курса управления бизнесом из Высшей школы экономики. Наступает один из самых волнительных моментов вашей жизни. Период сдачи экзаменов и расставания с любимой школой. Не хочу говорить простыми истинами. Я здесь сегодня не за тем. Я пришел сюда, чтобы напомнить вам о вашей уникальности. И да, это не простые слова. Вы действительно уникальны. Вы пришли в этот мир, чтобы видоизменить его и улучшить. И я верю в вас. Верю, что все это вам по силам. Успешно стройте дорогу к вашему будущему. Ведь то, каким оно будет, зависит только от вас. И если у вас не хватает веры, то помните, что такие замечательные люди, как ваши близкие, родственники, друзья, ни на секунду не перестают верить в вас. И сейчас к ним добавился еще один человек. Я, Троицкий Никита. Знаете, всегда есть шанс получить все, о чем так долго мечтал. Жизнь бывает всего один раз, и это самый лучший раз. Привет! Меня зовут Галия Домрачева. Я студент первого курса программы «Филология» Высшей школы экономики. Наверное, вы часто слышите, что ЕГЭ – это лишь одно из жизненных испытаний, и каждому, кто учился в школе, по силам его сдать. Раньше я в это не верила. Но на самом деле ЕГЭ не нужно бояться. Готовьтесь так, чтобы получать удовольствие. И не переживайте, если вдруг подготовленный материал не пригодится вам на экзамене. Он обязательно пригодится в вузе или на работе. Я хочу обратиться отдельно к смельчакам, которые выбрали литературу. Не бойтесь читать. Только полюбив книги, вы сможете действительно грамотно истолковывать произведение и находить подводные течения. Не бойтесь, дерзайте и успехов на экзаменах! Всем привет! Меня зовут Сенников Андрей, и я заканчиваю первый курс Высшей школы экономики по направлению прикладная математика и информатика. Я поздравляю вас с успешным окончанием школы и хочу сказать, что ЕГЭ – это несложно. Я сам в том году, как и вы сейчас, сдавал этот экзамен. И сложнее было не выучить какую-то теорию или правила. Сложнее было не переживать, отбросить все страхи, сомнения и не допустить глупых ошибок на экзамене. Я желаю вам, чтобы вы ни в коем случае не сомневались в своих силах, верили в свою мечту, знали, к чему вы стремитесь, и тогда у вас все обязательно получится. Я желаю вам успехов.